Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья Кирилл, игрок команды Карматор. Как сейчас сыграли? Игра была непростая, соперник был очень сильный, играл достойно. Тем не менее, нам удалось победить, мы очень этому рады. Но соперник вам действительно непростой достался. В какой момент вы поняли, что вот можно его сделать? Ну, начали мы не особо удачно, свои моменты не реализовали. Сопернику, наоборот, удалось повести в счете. Вот, первый тайм мы завершили, проигрывая матч. В итоге в перерыве собрались, обсудили схему на дальнейшую игру. И успокоились немножко, и стало что-то получаться в атаке. Отыграли сперва один мяч, затем второй. И уже в концовке забили третий, и уже надо было дальше удержать свое преимущество. То есть все-таки нервы, они мешают? Ну, да, надо просто совладать со своими нервами, да, и всегда идти только вперед.